Биткоин не преодолел уровень сопротивления в 12 тысяч долларов. Эфир достиг двухлетнего максимума в 442 доллара. Лайткоин выпустит карту для конвертации LTC в USD. Ведется разработка над интеграцией Cardano и Shopify. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске CryptoNews. В этот понедельник биткоин достиг рекордных за последние 13 месяцев значений – около 12 200 долларов, но не удержал уровень и скорректировался. Кроме того, был зарегистрирован новый рекорд по среднему показателю хешрейта биткоина за 7 дней. Хешрейт продолжает расти после резкого снижения в мае, когда низкоэффективные майнеры покинули сеть на фоне снижения наград в результате халвинга. Участники рынка положительно воспринимают начало нового бычьего рынка. Чувство оптимизма подкрепляет так называемый индекс страха и жадности, который в настоящее время держится в районе самого высокого уровня жадности за последний год. Вторая по капитализации криптовалюта тоже набирает обороты. 14 августа котировки Ethereum пробили психологическую отметку в 400 долларов и закрепились над ней. В моменте цена Ethereum достигла 442 долларов. На таких уровнях курс монеты последний раз находился в августе 2018 года. Ранее эксперты предсказывали рост цены, отмечая, что Ethereum движется в значительной степени в тандеме с биткоином. Годовая корреляция Ethereum BTC выросла до 89%, что является самым высоким показателем за всю историю. Рост рынка DeFi и развитие децентрализованных бирж оказали фундаментальное влияние на цену Ethereum. Litecoin Foundation заявила о возможности хранения и конвертации LTC в фиатную валюту. Ранее в июне 2019 года Litecoin Foundation в партнерстве с Bybex Exchange и Ternio выпустила свою первую физическую дебетовую карту. С недавнего времени Litecoin Card позволяет легко конвертировать LTC в доллары за считанные секунды. Пользователи также могут хранить свои активы LTC на карте после каждой покупки. С начала июля показатель активных адресов Litecoin снова вырос, что свидетельствует о новой волне интереса к криптовалюте. Количество индивидуальных пулов Cardano продолжает расти. Уникальным пулом сети Shelly Network является ShopStake Pool, который разрабатывает первую интеграцию Cardano для Shopify, что позволит проводить платежи ADA в более чем 500 тысячах интернет-магазинов. Разработчик, известный как University, собирается провести интеграцию Cardano и таким образом позволить клиентам оплачивать онлайн-покупки с помощью ADA с нулевыми комиссиями. Проект будет финансироваться за счет ADA в пуле Shop. Это выгодно как для децентрализации ADA, так и для использования Cardano в качестве платежного шлюза для многих пользователей. Это были все новости на сегодня. Спасибо за просмотр, а также не забывайте подписываться на нас в других социальных сетях.